Поехали. Лорд Таймэй, он же просто Чин Таймэй, против Фейджамина, он же Бенджамин. Надеюсь, сегодня будет интересная схватка. И надеюсь, Бенджамин не будет играть как дно, но не обещаю. Акума против модного Юриена. Такой моднявый парень пришел в костюмчике. Я напоминаю, лузер пик. Погнали. Так, звук поменьше сделать. Отличный, отличное начало боя. Хорош. Так, в контрхит залетает Таймэй. Найс конферм. О, боже мой. Плохо начинает Бенджамин. Так, не доделывает комбо до конца. Таймэй. Паниш. Ох, какой-то слабенький паниш от Фейджамина. Жуткий же ансейв. Так. Паниш. Есть паниш. Хоть такой. Достает. Достает длинной ручкой, длинной ножкой Таймэй. Так. Ух. Хорошо встречает. О, боже мой. Как контрхит залазит Таймэй. Жесть. Еще добавляй. Так. Паниш. Блин, где паниш, Фенджамин? Бенджамин. Кантерхит. Погнали. Хорошо, тикс-роу от Бенджамина. Так, разводочки. Выходит из угла, тикс-роу. И найс ДП от Бенджамина. Так. Хорошо. Так, ой-ой-ой, зеркало, поехали. Лоу пропускает Бенджамин, но нет конферма от Таймэя. Заряжает, да, да. Конечно же, заряжает он свой режим и тикс-роу от Бенджамина. На самом деле, достаточно популярная тактика, я смотрю, ребят. Хорошо, с анти-эрил, найс, конферм. Так. Хорошо. А, нет, нету анти-эйра, не решился Бенджамин. Дистанция не та. И здесь дистанция не та. Так. Хорош, анти-эйрил, найс. Но Таймэй не торопится сжечь метр. Не торопится. Просто подсекан. Подошел и подсекан. О, боже мой, это... Нет, это еще не смерть пока что. Так. Так. Активирует триггер Бенджамин. Поехали. Камбэк механика. Посмотрим, как она работает. Кроссап. О! О, боже мой. И он остановился. И он просто остановился, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой. Господи. Бэкдэш. Бэкдэш. Спаси. Нет паниша. Ой, ребят. Ну, тут сложно в условиях лага, конечно. И все такое. Ну, не знаю, в условиях чего. Может быть, лагает сильно. Но, тем не менее... Лорд Таймэй забирает первый бой. Много надропали, ребята. Может быть, действительно, коннект отстой. Один ноль. Так. Все, заряжает арморчик себе лорд Таймэй. Господи, просто рандомно врывается. Лоу пока и тикс роу. Выбирается Бенджамин из угла, выбирается, но... Пытается он в контрхит залезть. Найс, паниш. Хорошо. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, какой нейтрал джамп сейчас от Таймэя заходит. Ну, Таймэй, да, неплохо играет. Просто проблема в том, ну, для Бенджамина, что у него практики никакой нет. Он вообще не играет, не играет. Он там подолбил комбы и все, вот вся его практика. Никакой практики с живыми игроками у него, по сути, нет. Хорошо.
Так, жмет, жмет Бенджамин. Но оказывается снова в углу, и теперь, господи, запокивает его до смерти сейчас Таймэй. Кроссап заблочено. Тихо. Хорошо с антиэйрил сейчас Таймэй. Ожидает он этих прыжков. Хорошо, зашел. Тихо, тихо. Конферм, есть конферм от Бенджамина. Потихоньку, потихоньку приспосабливается Бенджамин. Кроссап, заблочено. И разводка. Не поймал. Тихо. Туда-сюда, туда, туда-сюда. Найс, Шимми. Ну, это не Шимми был, но тем не менее. На пикселе повисает Таймэ, и это смерть. Да, да. Хороший конферм в триггер зеркальце и убил. Дим, мы стримим этот самый, мы стримим челлендж. Итак, 2-0. Какой счет в серии? До 10 побед. До 10 побед, сейчас ты видишь на экране, ну, текущий счет 2-0 пока что. В пользу Таймэя. Так. Перестрелочки, перестрелочки. Хорошо. Так, кроссап. Не зашел. Тикс-роу от Бенджамин. Найс ДП. Хорошо. Среагировал. И во. Но новомодная механика, ребят. Из V-реверсала забирать бросок. На бросках очень много разыграл сейчас Фейджамин. Бенджамин. Паниш. Далековато было. Хорошо. Ой-ой-ой, какой... А зеркало-то не зашло. Ребят, оно настолько далеко было, что оно не зашло. Ой, какой ужас. Да, бывает же такое. Так, зарядил армор. Сейчас Таймэй. Хорошо. Что будет, фаербол? Триггер. Нет, просто триггер. Так. И Пока зашла. На тебе между ног, аккуратно. Дим, потому что никнейм Бенджамин занят в CFN. Что, в принципе, неудивительно. Там, наверное, этих Бенджамин миллиард. Так, хорошо с антиэйрил. Таймэй. Ух, ДП. Найс реакшн. Да, так просто не попрыгаешь уже. Привыкает. Бенджамин привыкает к противнику. Хорошо. Вот просто обратите внимание, оба они антиэйрят и... Так, ну, по большому счету так или иначе стабильно. Попытался обмануть. Еще одно зеркало есть. Ой-ой-ой-ой-ой. На реверсале. И зеркало. Оверхед. Ох, все напихал. Все пихнул. Таймэй. Просто жесть. Все пихнул. И на автобусе уехала Акума. Так. Так. Да, Дим. Если... Ой-ой-ой. Так, Цумака не зашла. Если спекулировать на фамилии Бенджамина, то да. Было бы забавно. Ой, нет. Какой-то странный кастом-комбо, я не знаю. Коленочки, но нет. В угол. Паниш! Наконец-то, хоть... Наконец-то паниш от Бенджамина. Несколько раз хэдбат Экзову пихнул Таймэй. И несколько раз Акума это оставил вообще безнаказанным. Но это краш-каунтер паниш. Точнее, в данном случае просто каунтер паниш. 2-1. Отыгрывает один бой Бенджамин. Адаптировался, адаптировался. Так. Подозрительно долгая загрузка, но ну ладно. Хорошо. Так, нету антиэйра от Таймэя. Вот, согласитесь, странно то, что Таймэй одно время так стабильно антиэйрил, а сейчас как-то, ну, не знаю, не среагировал. Ой, хорошо, найс конферм от Бенджамина.
Отлично. И кантерхит. ДП. Боже мой, сколько дэмэджа, сколько стана. Нет, это еще не стан. Господи, по циканам. Лоу, 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 лоу. Хорош. Хорош, Бенджи. Все, привык, привык. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Как напрыгнул сейчас таймэй. Не сконфирмил что-то большее, но тем не менее. Так. Ох, хорошо. Так. Кроссап заблочено от Бенджамина. И хэдбат. Экзовый. Какая страшная все-таки эта штука. Сквозь все проходит, буквально. Так. Отпокер. Отпокал. Напокал уже почти победу. Чин Таймэй. Так, пока-пока, дайв-кик. Тихо. Тихо. О! Нет. Бросок рвет. Метра нет. У Таймэя нету метра уже. И лоу пока заходит в хит. С трудом идет. С трудом далась победа. Так. Почина за чаем отошел, поэтому... Нет. Почина за чаем отошел. Так, хорошо. Паниш! Блин, Бенджамин, где паниш? Ну, возможно, это специально был такой паниш, чтобы в угол зажать Таймэя. Возможно, он не дропнул паниша, а просто такой паниш был. Хорошо. Хорошо. Отпокивает Таймэй пока своего противника. Так. Решили позониться, ребята. Хоть раз в жизнь. О, боже мой, но нет. Нет. Паниш. Есть паниш от Таймэя. Так. Ну, как не дрожал. Зашел. Кошмар какой. О, хорошо. Активирует триггер. Угу. Конферм. Есть конферм. Это... А где ДП? Возможно, он ультру хотел в прошлый раз вот впихнуть. Найс! О, боже мой, просто жесть. А, так вот, возможно, Бенджамин в прошлый раз ультру хотел влить, но что-то остановился. Сравнивает счет Бен 2-2. Ну что ж, неплохо, неплохо адаптировался Бенджамин. Пока что Таймэй не может с этим справиться. Хотя перевес, надо сказать, незначительный. Так. Бросочки. Оверхед. Ух. Хэдбаттом даже без метра. Потому что не было метра. Туда-сюда, туда-сюда. Бенджамин играет на манер Такиды. Туда-сюда, туда-сюда. Так. Не рискнул Бенджамин сейчас их панишить, потому что, возможно, бы в блок зашел. Найс! Хорошо, обманул. Отличный бейт от Бенджамина. Ой-ой-ой-ой-ой, это, возможно, смерть. Нет, выбирается экзовый ДП. Триггер есть, активирует тут же. А-а-а, просто жесть. И просто все фаерболы в него же обратно влетели. Господи, из-за зеркала такая жесть. Найс. Nice. Это не тот Таймэй, который в арена ESO4 кидал инвайт в группы. Не знаю, понятия не имею. Лепсон, я не знаю того Таймэя, который... Это Чин Таймэй. В ESO4 он играл, да, но я не знаю, насколько он там... Что он там, чем он там занимался. Ой-ой-ой-ой-ой. Это больно, ребят. Хороший дамачок от Таймэя, хорошая позиция. Тикс-ролл. Ох. Плохо дело. Плохо дело у Бенджамина. Так. Какая ирония. Бенджамин уже второй раз уезжает на автобусе, на котором написано Пейлонг. А это, между прочим, его мейн в ESO4 был. Хорош хэдбат, экзовый. Так. Ух! Как внезапно врывается ударом плечом.
Таймэй. Отзонивает пока что Бенджамин. Видит, что видит, что у Таймэя нету метра, поэтому ну, зонит без страха. О, хорошо. Слоу крашил. Так. Опять туда-сюда. И коленка в контрхит попытка. Коленочки. Хэдбат. Экзовый. Боже мой. Такая эффективная штука. Залезает на реверсале сейчас Бенджамин экзовым ДП. Ой! Нет. Он рассчитывал. Таймэй просто рассчитывал на 100%, что этот шар зайдет. Он просто на 100% рассчитывал, ребят. Паниш. Это паниш, да. Перехватывает инициативу Бенджамин. И счет уже 3-2 в его пользу. Напоминаю, он проигрывал 2-0. Чин Таймэй в стиме был дебагал. Таунтил и кидал инвайты в группу. Лепсон, ну видишь, я не знаю этого человека. В том плане, что в SF4 я вообще его не знаю, не знал, когда в SF4 играл. Таких много было. Таких много было. Это такое русо-общество, знаете. Руфа-ГЦ. Ой, хорошо сконфермил Бенджамин. Так. Кроссап заблочен. Оттыкался Таймэй. Нитрозап. Хорошо. Так. Ух! Найс. Остановил плечо при помощи фаербола. Отличная ДП от Бенджамина. Кантерхит. О, господи. Ой-ой-ой-ой-ой. И активирует триггер. Найс! Вот это... Вот это царский был нейтрал джамп, ребят. Вот это был царский нейтрал джамп. Блин, был бы еще метр, можно было убить тут же. Так, с реверсала забрал бросок и... Да. Запокал и метр сохранил. Очень хорошая позиция сейчас для Бенджамина. Так. Ух, кроссап заблочен. Найс контрхит, найс конферм. Весь метр уже сжигает быстро очень Таймэй. По-моему, Бенджамин детектит количество метра. Хорошо, в угол кидает обратно. Куда ты собрался? Так. Хорошо, нет конферма от Бенджамина. Сам не ожидал, что попадет, наверное. Так. Странно. Не тот мув. Ах, как промахнулся. Напрыгивает Бенджамин очень неаккуратно и лоу заходит. Кроссап очередной. Так, так. Фаербол. Много зонит. Не боится Бенджамин просто потому, что нету метра у лорда Таймэя, у Чин Таймэя. Нету метра у него, поэтому не боится зонить. Ой-ой-ой, это смерть! Да. Ребят, просто он весь, Бенджамин весь раунд продержал полный метр у себя. Весь раунд ни разу не воспользовался. Да. Просто весь раунд. Ой-ой-ой-ой, как опасно сейчас было. Так, кроссап. Есть кроссап, заходит. И просто жесть. Вливает весь метр. Хороший дамачок сносит, отлично. Весь раунд не пользовался, сейчас влил. Так, текстроу. Разводочки. Ой, это угол. И сейчас вот-вот зеркала накопятся. Хорошо. Оверхед. Терпит Бен. Ух, вот это прыгнул. Так. Зацепиться и убить. Сейчас Таймэй зацепиться и убить. Просто зацепиться. Все, это... Ах, блин, он не сконфермил. Супер. Да ладно. Она же не зайдет. Нет, не зашла. Паниш. Хороший паниш от Бенджамина. Так. Так. Господи. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то сетапил уже. Таймэй что-то сетапил и просто в лицо ему прилетело. Вроде бы и не опасная ситуация была, но прилетело прямо в лицо. 4-3. 4-2, простите. Да, ребят, Бенджамин-то адаптировался, что на это ответит Чин Таймэй. Вот в чем вопрос. Раунд 1. Fight!
Так. Ой-ой-ой-ой-ой, как напрыгнул Чинтай Мэй. Где конферм? Нет конферма. И... Просто фулл чарж надо. Фулл чарж этого прожектайла, господи, вблизи. Хорошо. Найс бейт от Бенджамина. Бросок, кик-троу. Так. Хэдбат. Так. Хорошо. Хороший конферм. Ой-ой-ой-ой-ой. Ах! Красавчиком! А, между двух зеркал! Ой, ребят, мы... Этим, конечно, Уриен очень веселый, блин. Непредсказуемо всегда эти зеркала действуют. Ой, боже мой. И текстроу зарешал. Зарешал. Эти зеркала всегда непредсказуемо бьют. Вот просто всегда. Так. Просто не пропустил. Три фаербола, три хита. Вот это да. Так. И три подсекана, три хита опять. Хорошо. Найс, антиэйр от Тайме. Не стал он с коленками сетапить. Хорош. Вот это... Кроссап заблочено. И air-to-air. Есть air-to-air. Кто быстрее ножку вытащит. Отличное ДП. Хорош. О, боже мой. Этот неужели смерть? Нет, нет, заскейлилось много. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И еще и метр у него весь есть теперь. Он решил сресетить сейчас. Тайме решил сресетить. Так. Куда? Так, оверхед. Тихо. Тихо. И бросок. Ой-ой-ой-ой-ой. И убивает Тайме при помощи арморчика своего. Воу. Зарешал, зарешал. Найс. Один бой. Еще один бой отыгрывает Тайме. И счет 4-3. А, Максис. Ну, Бенджамин пытается включить Такиду, конечно, но... Иногда получается, как ты видишь, иногда нет. Ой-ой-ой, как промахнулся фаерболами. Не на той высоте. Хорошо, размен. ДП. Есть ДП. Уже так просто на прыжке ни Бенджамин, ни Тайме не прощают, обратили внимание? Более или менее стабильно они, хорошие фанишки, стабильно они контрят. Контрят воздух. Ой-ой-ой, и вот снова, да? Ладно, не сконфермил Тайме, это другое дело, но он с антиэйлем. Так. Хорошо. Есть вифпаниш от Бенджамина. Найс. Триггер активирует. Ух, хорошо. Хорошо дэшнулся. Так. Еще есть триггер на один выстрел. Хорош. Красава. Красава. Хороший конферм. Как Дайга? Ну, Биг Вирус, Дайга за... вообще за Гайла играет, поэтому нет, не как Дайга. Ой-ой-ой, как пропускает. Нету ДП от Бенджамина. Ух. У него не конфермит, Таймэй, что-то у него не конфермится. Решил постабильнее панишить Бенджамин. Без краш-каунтера. О, боже мой. Вливает весь метр. Отличный дамачище. Air-to-air. Уже читает, читает противника Бенджамин потихоньку. Так. Так. Хорошо. Сбивает. Угол. Хорошая позиция для Чин Тайме. Ай-яй-яй. Найс, конфирм. Это, возможно, смерть. Нет, не хватило. Он весь метр влил, но не убил. Триггер есть еще у Бенджамина. Так, ух, лоу, ножка зашла. Акума Винс, 5-3, да. 5-3, ребят. Да. Я напоминаю, первые два боя это достаточно уверенно взял Тайме, но игра повернулась не в его пока что пользу, поворачивается.
Однако еще есть время. Да, Такида, Такида. Такида мод. Поехали. Так. Контер влетает. Вы обратили внимание, как часто какая-то коленочка в контер влетает? Просто очень часто. Таймей как-то, ну, сам до нее прям наседает. Не знаю, какой мув он там делает, но вот просто очень часто. Ой, пань, блин. Дважды ошибает. И ошибся с панишем сейчас Таймей. Он просто... Бенджамин две ошибки совершил, но Таймей не запанишил, по сути. Паниш слабый был. Так. Хорош. Тихо. Хорошо. Триггер. Ух. И ДП. Найс дэмэдж. Так, сравнивает ХП. Не па... Ой, все, это смерть. И нету паниша от Таймея. Таймей не запанишил. Ёлы-палы, ребят. Просто жесть. Как его... Вот он просто не запанишил, и все, и умер сам из-за этого. Он просто сам сейчас был виноват, конечно. Это был его раунд. Он должен был панишить, убивать, но он просто все задропал. В прошлый раз Таймей победил 7-10, но сейчас другое дело. Хорошо. Так. Метр не жалеет Таймей. Бенджамин не торопится. Найс, ДП! Ой, хорош. Должен убивать. Должен убивать. И ДП. Красава. Ну чё, ребят, чё-то сухая серия началась, походу. 6-3. Бенджамин реально включил кого-то Такиду. Говорит, все, я научился играть. Пора ехать на Red Bull Kumite. И все такое. Ага. Контрпик, ребят. Контрпик. Так. Назад к очереди. Так, счет меняется в другую сторону. Я напоминаю, счет 6-3 в пользу Бенджамина. Видимо, пора контрпик устраивать. Сейчас посмотрим, кого выберет Таймей. Максис, комбит, комбит как Такида. И как все остальные Акума-плееры. Потому что Акума комбит всегда одинаково. Ага, он поменял триггер. Он поменял триггер. Теперь у этого, у Таймея триггер с его с зарядкой. Зарядкой, которая дает ему дополнительный арморчик. Ох. Ну и плюс он его раздел. Еще и голый теперь. Вот смотрите, Таймей не дожидается просто паниша. Вот просто не дожидается, когда Тацумака дойдет до конца и запанишит что-то нормально. Это же ансейф. Так тот еще. Хорошо. Кроссап заходит от Бенджамина. Найс, отлично. Просто два прыжка на месте и тут же поплатился за этот Бенджамин. Естественно. Хорошо. Мог дропнуть, но не дропнул. Отличный паниш от Бенджамина. Жмет он. Хорошо, среактил. Так. Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой, как неаккуратно дэш вперед сделал Таймей. Просто сам влетел в этот. Так. Бросок порван. У Бенджамина весь ми... А, все, это смерть. Попал в воздушный фаербол и тут же сконфернил, скомбил Бенджамин. Да, уже стабильно, достаточно начинает это все делать. Дэш-дэш. Начинает. Не боится Таймей. Дэш-дэш. Просто вперед. Хорошо. Ну и плюс ко всему они арену еще сменили. Отлично. О, боже мой. Паниш. Погнали. Погнали. И потеря позиции. Еще и в углу оказался сейчас Бенджамин. Дик-троу и стан. Приплыли. Приплыли, что называется. Отыгрывает раунд Таймей. Ошибок таких, конечно, прощать нельзя. И Таймей не прощает.
Хорошо. О, господи, ты боже мой, и нету вифпаниша. Вот таймы. Хорошо врывается и... Так. Найс. Хорош, хорош. И опять, вот просто и опять Таймэй не может наказать Тацумаку. Который раз это его подводит. Просто который раз, ребят. Тацумака в блок, и он не наказывает. Он, не знаю, не получается у него наказать. Хорош, вот он триггер. Вот он триггер, ребят. Жесть. Просто жесть. Разрыв. Так, счет 6-4. Итак, похоже, смена триггера очень даже хорошо повлияла. ДП в блок минус раунд без ары, безусловно. Просто безусловно. Когда ДП попадает в блок, это вообще... Это куча дэмэджа. Мало того, что куча дэмэджа, так еще и ты там где-то далеко в углу. Ну, почти в углу оказываешься, либо в углу. Так. Короче, Таймэй включил Аль Пачино стайл. Я скажу, что это такое. Это использование второго триггера. Копится он быстрее, чем первый. Так, красавчик. И бросок. Паниш. Хорошо. Стабильно начал панишить Бенджамин. Я уже это говорил, кстати, да. Стабильно панишит уже этот шагбар блок. Так. Угол. И кандерхит. О, боже мой, это хороший дамачок. Сносит. Найс, отлично. Мог бы еще триггер активировать таймэй. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, вив паниш от таймэя, да, да. Просто это так странно, ребят, смотрится. Голый мужик в каком-то подобии трусов. Но при этом в солнцезащитных очках. Не знаю, что-то как-то, блин. Ух, найс ДП от Бенджамина. И найс хедбат экзовый от Таймэя. Так. Хорошо. А, нет, нет. Нет, паниш. Отлично залезает Бенджамин. Все, стан уходит. У него есть полный метр, но... О, боже мой. Так. Ух. Тихо. Тихо. Ой-ой-ой, как... Длинная ножка, ребят. Просто длинная ножка. Как она достала просто. Как она достала до Бенджамина сейчас. Очень здорово. 6-5. Итак, 6-5. Вот это да. Поворачивается все в сторону Таймэя потихоньку. В стрингах растекает. Ну, что-то такое, да. Какое-то подобие. Трусы там, либо плавки, либо стрелы, черт, типа, черт поймешь. Но, смотрите, Бенджамин не отстает, говорит, ну все, нафиг, я тоже раздеваюсь. Все, снял рубашку, тоже разделся. Хорошо, тикс-роу. Сам залетает в угол, сейчас таймэй. Ой-ой-ой-ой-ой. Найс! Найс конферм, и это стан тащит в угол. О боже мой, это биг дэмэдж, и еще и сейчас... и метр он потратил. Он, имеется в виду, Бенджамин. Да. Босс. Босс на напалме. Говорит. Ну что, Егор? Будет... Соберешься ли ты? Хорош, хэдбат. Ох, как влетает. Почти в контер летел. Так, паниш. Есть паниш от Бенджамина. Найс. Так, не наказывается, паниш. Ой, таймэй, таймэй. Для тебя это прям камень преткновения, ДП в блок, и никак не можешь наказать. Просто каждый раз за это люлей получаешь. Ух, хорош, хорош. Ой, запутал, запутал, это смерть, ребят, запутал, запутал таймэй своего противника, жесть. При помощи этого триггера. И сравнивает он счет 6-6, вот это поворот, ребят. Вот это поворот. Обратили внимание, как смена триггера все поменяла, всю картину поменяла.
Да-да, кто проигрывает, тот раздевается. Как говорил Джо, когда проиграл очередную партию на раздевание, и у него остались одни трусы, он такой говорит: я покажу то, что под ними, но снимать их не буду, потому что здесь холодно. Итак, что придумает Бенджамин? Вадим, вниз отходи. Вадим, вниз. О, господи, Вадим, это, видимо, отошел, поэтому он... Все, прибежал. Кто такой Вадим Лепсон? Ну, он записывает матчи. Итак, поехали. Я напоминаю, ребят, счет равный. 6-6. Так, просмотр начинается. Ух. Обычно раздевается, когда серьезно настроены на бой. Ну да, да, типа того. Ну как Джеки Чан, как Брюс Ли, помнишь, тоже снимал себе рубашку, короче, когда там это... бой шел. Я не очень понимаю, но ничего не изменилось. То есть триггер не был изменен. И ничего не изменилось. Короче, они ничего не поменяли. Триггеры все те же. 6-6. Так. А, арену сменили. Все, пардон. Так. ДП. О, он так сантерил. Очень здорово сантерил Бенджамин. Нет ваниша. Хорошо. Бенджамин после демон флипа постоянно лоу делает. И уже запомнил этот таймей. Активирует. Ой, паниш! И, ребят, уже тысячу раз мы это видели. Почему? Почему таймей не панишит Тацумаку в блок? Так. Паниш. Есть паниш от Бенджамина. Он очень был терпелив. Обратили внимание, в этом бою от по второй половине раунда он был крайне терпеливым. Все, разделся. Бенджамин говорит: все, я выиграл раунд. Раздеваемся. Ох, какой кроссап зашел. Боже мой, сам подставился на самом деле таймей. Так. Ух! Вот это опасно было. Тихо. Найс, ДП! Ой, здорово среагировал сейчас Бенджамин. Хорошо. Дэш и... Так. Паниш. Ах. Никак. Нейтрал джамп и тикстроу от Бенджамина. 7-6. Вот это да. Вот просто это, наверное, не столько арена, сколько психологическая пауза такая, знаете. Психологическую паузу так взял и вот, ну, как бы мозг перезагрузил, подумал там. Вот, мне кажется, какой-то такой вот настрой здесь работает, что ли. Таймей, тащи. Икснейк тут за чин таймея. Ой, сам влетает таймей. Так. О, неаккуратная игра от Бенджамина. Сейчас поплатился за это и еще и влетел. Почему-то плечо не сконфернул. О, господи, трындец. Просто трындец, ребят. Хорош. Максимальный дэмэдж снес таймей сейчас. И, о боже мой, и бросок. Разнос вообще полный. Просто полный разнос. Жесть, чё творится? Выигрывает тот, кто справа? Да. Пока что. 7-6 счет. Счет до 10 побед. Так. Хорош. Биг вирус. А то, что у Акумы Бицука монументально, это помогает как-то выиграть ему, что ли? Хорошо. Хороший конферм от Бенджамина. О, боже мой, как неаккуратно Бенджамин сыграл. Паниш. Это биг дэмэдж. Хороший дамачок от Таймэ. Еще у него, еще триггер. Паниш! Погнали. Хорош. Еще триггер есть. Триггер есть. Вливает. Последний метр вливает. Ух, как неаккуратно сейчас махнул ручкой.
Бенджамин, за что и получил кроссапом по лицу. Юриан Винс. Как ни странно, очень ровно идут ребята. 7-7. Да, Гатс, этот... Юриан сравнивает бицуху свою, короче, и Акумы. Такой смотрит: Акума, что-то у тебя бицуха-то получше, чем у меня. Как так? Я же тут закалялся, понимаешь? И раз, паниш подпускает. Ой, как налетел. Интересно, на этот прожектайл. Так. Ну, не знаю, Дим, по поводу конкобежцев, там вообще раз по-разному все бывает. Ой-ой-ой, хороший вип-паниш от Таймея, но он не сконфермил. Он не сконфермил паниш, из-за этого дропнул, из-за этого дропа получил сейчас паниш. Так. Господи, ДП, просто жесть. Так. Паниш, ах! Опоздал с панишем сейчас Таймей. Тихо. Тихо. Ох, какой... Хорошо. Хорошо с антиэйром. Ух, какая ошибка от ТМЭ, но ничего не сделал в ответ Бенджамин. И сейчас не сконфернил. Так, кроссап зашел. Не зашел, точнее. Все, это смерть. Это смерть. Экзовая. Нет, ну... Он весь метр решил влить, конечно, это тоже смерть, но... Можно было просто экзовым ДП, по-моему, дожать, и оно бы все равно гарантированно бы вошло. Но, тем не менее, Critical Art он весь втаскивает. Научился двумя разводами, дошел до голды на изи. Не, ну голда это не тот показатель, как бы, чтобы говорить. Вот. Если бы он там до Грандмастера дошел на двух разводках, другое дело. А тут... Ой, так, бросок вихнул. Так. Пытается на мите разыграть Бенджамин. О, спокойно, спокойно. Хороший конферм от Таймея. Найс. О, заряжал пока свою ногу. За бросок забирает его. Так, тикс-роу. Не прошел. Ах, не рискнул конфермить Бенджамин. Не рискнул. Врывается. Все, триггер потрачен Таймея. Так, бейтит на этот прыжок. Полный метр у Таймея. Это очень опасно. Ай-яй-яй-яй-яй, но опять, вот опять и опять. Цумака вихнула, ничего не сделал Таймей. Так, реверс сжигает. ДП! Есть ДП. Акума win. Так, 8-7. Ну что ж, Бенджамин пока ведет 8-7. Кроме Руди Скорна, там, конечно, кто в платье негодные ребята. А Призрак, ну, у Санмейта вроде Грандмастер или Мастер, там, я не помню. У Свага Мастер или Грандмастер. Мастер, по-моему, просто. Fight. Так. Ну что, друзья, 8-7 счет. Пока что в пользу Акуны. Так. Ох, хорошо. А, ты про голду и платину говоришь? Ну, я понял. Так, ой-ой-ой, слишком много прыгает Бенджамин. Нет, виснул. Хорош. Ох! Прессит пока что Таймей. Активирует триггер. Бросочек. Ой, хорошо. Нет, не сконфермил, но хэдбат экзовый зашел. Ничего не сделал. О, нет, активирует триггер. Хитрый Бенджамин активировал триггер. Так. Ух. Еще и зашел. Два прожектайла заходит. Так. Пытается он в контр-хит зайти. Как не умер. Бенджамин имеется в виду. Оу, лоупока. Отошел от броска и лоупока и ударил. Хорошо. У меня есть, ну вот, я стримлю с F5, сидя стримлю, как другие играют. Что значит, что ты не стримишь? Найс, потому что я в него не играю. Какой красав сейчас зашел. Оу, напокал до стана. Максимальный дэмэдж.
Ах, нету максимального дэмэджа от таймэя. И хэдба... Чё? И хэдбат зашел просто на пустом месте. И тем не менее, ребят, как они ровно идут. 8-8, счет равный. Напоминает, до 10 побед. Господи, как они ровно идут. Но я понял тебя, Лепсон, что как игрок. Я же не играю, так я не играю в SF. Он у меня есть, но я в него не играю. У меня и Injustice есть, я в него тоже не играю. И Mortal Kombat есть, я в него тоже не играю. Я вот только в Tekken иногда поигрываю, но и то очень редко. Чат вот не даст соврать, очень редко. Кусочек пирога съедаю. Дим, у тебя самый выгодный челлендж. За каждую победу Егора кусок пирога есть. Хорошо. ДП, найс, ДП от Бенджамина. Сторонник он классических антиэйров все-таки. Так. Хорошая ДП. У Бенджамина с реакцией, я смотрю, все в порядке. Стабильно ДПшит он. Этот. Так, эту напрыжку. Ох! Вот это найс! Вот это найс, лорд Таймейз! Врывается при помощи экзового хэдбата. Просто отлично. Так. Активирует. Ох, какой... Блин, не сконфермил. Не сконфермил Бенджамин. Так. Нитрожан пошел, но не сконфермил. Ух, лоу. Это смерть, да. Это конферм. Лоу, конферм. При помощи триггера это смерть. Так. Ух. Сам насел на этот фаербол. Хорошо, с анти-эйл, таймэй. Так, коленочки. Крусап. Тихо. Тихо. Ой-ой-ой, крусап. Паниш? Нету паниша, блин. Паниш. Ребят, это прямо камень преткновения для таймэй, я уже говорил, но вифнутую Тацумаку он не может наказать. Не может. Не получается у него. Ни разу не наказал вихнутую Тацумаку. Ни разу. Так. Коленочка. Ну вот только такой. Типа паниш. Оух. Лоу-лоу. Тем не менее заходит. Итак, счет 9-8. В пользу Юриена. Гигант, который Джеки на заставке отправил в нокаут, потом... Та-та-та-та-та. Да, Тару. Таро. А, Тару, по-моему, зовут этого гиганта. Минутку. А, так, сейчас. Назад к очереди. Так. А, где этот? 9-8 в пользу Таймэя. Девять восемь в пользу Таймэя, ребят. Так, сейчас я игру свернул. Простите. Так. Таймэю остался один матч. А, да-да-да, не Тару, а другой японец, который мастер единоборств. Да-да, кстати, он похож на Акуму немножко, я согласен. Итак, клевая арена, недавно добавленная арена Сагата. Ну что ж, я напоминаю, один бой. Таймэю остался один бой до победы. Бенджамину 2. Так. Тикс-роу рвет. Ух, как хорошо зашло. Ай-яй-яй-яй, нет, до конферм... Там не сконфермить было, слишком высоко. Хорош. Хорош. Отлично.
Хэдбат экзовые. Ребят, вот это имба, а? Я шучу, конечно, но согласитесь. Хэдбат это что-то. Ох, нет, вифпаниша от тайме. Ой! Так. Стан близко и... Вырывается Бенджамин из этого прессинга бешеного. Хватит мне твоих триггеров пихать. Ой, как пропустил таймэй. Просто на ровном месте, ребят, пропустил. Просто на ровном... Он махнул чем-то. Чем-то просто махнул. Из-за этого... Из-за этого сейчас похватился просто-напросто. И на причинное место наступил ему сейчас Акума. Так. Хорош. Ну, не знаю, призрак, будет ли он это в следующий раз Акума раскатывать, но... Может быть, Чин ТМ еще что-нибудь придумает. Хорош, но не сконфермил Бенджамин. О, как зашло-то, а? Так, нейтрал джамп. Ох, паниш, блин, долго вставал ТМ. Можно было там запанишить. Ай, приземление, на приземлении поймать. Так, активирует триггер. Ой-ой-ой. Добавил. Еще есть. Все, это смерть. Найс. Матчпоинт, ребят. Матчпоинт для Чин Таймея. Хакфу. Точно, 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 Дим. Хакфу. Точно. Так. ДП. Красава, Бенджамин. Смотрите, реагирует он. На эти напрыжки коленца. Коленца. Так, ух. Ой-ой-ой, как неаккуратно. Пытался сантиерить, сейчас таймэй, а вместо этого получил кроссапом и кучу дамага. При помощи критикал арта добавляет Бенджамин. Ой-ой-ой, хорош, еще добавь. Нет. А где? О, боже мой, Бенджамин ничего не сделал. Ничего не сделал, это смерть. Это смерть, ребята. И 10-8, итоговый счет 10-8. Таймэй победил. Так. 10-8 таймэй. Выиграл. Ну что, друзья, таймэй побеждает в этом сумасшедшем противостоянии. Бенджамин показал достойнейшую игру. Отлично тащил. Но, тем не менее, 10-8 таймэй сегодня оказался лучше, умнее, сильнее. Не знаю, эпитеты подберите сами, но... Тем не менее, ГГ, ребятки, ГГ, была красивая игра. Так, сейчас. Аль Пачино нарисовался, Юра тащит. Моя школа, только таунта не было. Да, таунта, таунта, для полного счастья таунта не хватало. Бенджамин молодец, ребят, он очень здорово играл. Я думаю, на этом мы сегодня закончим стрим. Мы много стримили.